рекомендовано тем, кто уже переболел коронавирусом. Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в Самарскую область. Это уже четвертая вакцина, зарегистрированная в России. Она однокомпонентная и подходит пациентам с 18 до 60 лет. Также в регион поступило еще более 50 тысяч доз «Спутника Ви». Все отечественные вакцины безопасны и эффективны. Любому гражданину, желающему пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Мы призываем заранее записываться на вакцинацию, чтобы не формировались живые очереди, что облегчит вакцинацию для самих пациентов и немножко разгрузит медицинских работников. Число заболевших в регионе растет, причем инфекция уже не та, что была раньше. Она гораздо заразнее, и ее течение более тяжелое. Среди заболевших все больше людей молодого возраста. По мнению медиков, важно как можно быстрее себя обезопасить, а прививка – самый действенный способ защиты. Нина Кириллова собиралась сделать прививку еще в январе, но заболела коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, женщина оказалась в больнице. Говорит, больше проходить через это не хочет, поэтому спустя полгода, когда исчезли антитела, решила сделать прививку. Полгода прошло, обязательно надо, чтобы опять не заболеть. А во-вторых, я работаю заведующей общежития со студентами, поэтому мне надо, чтобы была безопасность. В области уже прошли первый этап вакцинации. Более 797 тысяч человек. Из них 603 тысячи завершили процедуру. Медики подчеркивают, что все это время не было ни одного случая серьезных поствакцинальных реакций. Подавляющее большинство, в том числе пожилые люди, переносят вакцинацию хорошо, без каких-либо симптомов. И только у небольшой части привившихся наблюдается повышение температуры, ломота и боль в месте инъекции, которые проходят за 2-3 дня. Это реакции в пределах нормы. Создать общественный иммунитет сейчас задача номер один, чтобы осенью, когда начнется период сезонных заболеваний, здоровье самарцев было под надежной защитой. Виктория Шарая, «События».